год забыл, что это такое. Так, что делал? Плюю через левое плечо. Плюю через левое плечо. А что делал? Так, галочка студентка, пожалуйста. Я хочу сказать по применению хондроитина. У меня у самой великолепный результат. Я начала принимать, заболел грудной отдел позвоночника. Массаж, пока не массаж, попозже уже будем делать. Купила, я себе хондроитин и кошачий коготь. Потому что не забывайте, хондроитин обязательно надо пить с кошачьим когтем вместе. Это будет прекрасно работать, они дополняют один другого. Буквально на третий день у меня начал проходить боли в позвоночнике. Я была настолько удивлена, хотя до этого могла и то не получалось. А вот именно хондроитин вместе с кошачьим когтем я получила великолепный результат. И еще, пришла девочка, молодая женщина, где-то до 40 лет тоже, и очень страдала заболеванием суставов. Пришла, купила продукцию. У нас как раз был набор хороший. Кошачий коготь, сустолек и хондроитин. Она купила эти, я ей посоветовала эти три продукта. И она приходит через две недели. Еще арнезин для суставов. Приходит через две недели и рассказывает, говорит, я столько времени мучилась по больницам, хотя молодая, но видно проблема. С суставами, говорит, 1500 тратила на лекарства, мне ничего не помогало, я не спала, не это самое. После применения хондроитина, сустолека, кошачьего когтя и арнезин для суставов, говорит, я сейчас, начала спать спокойно, говорит. Я решила эту проблему, но, говорит, первую неделю начала пить, обострилась. Начали суставы крутить на руках, говорит. Я вначале перепугалась, но я не бросала. Я ей перезванивала на мне. Я ей сказала, не бросай, продолжай. И вот она, у нее за две недели она решила эту проблему. Вы понимаете, это такой результат, который молодая женщина. Вот это такие у меня примеры. Спасибо, Галочка. Спасибо. Любаша сейчас.